Депутаты законодательного собрания намерены обратиться к главе региона Глебу Никитину с вопросом о предоставлении технико-экономического обоснования строительства IT-парка «Анкудиновка». Об этом сегодня на заседании Комитета по бюджету и налогам заявил председатель комитета Александр Шаронов. Изначально депутатский корпус рассматривал обращение в прокуратуру по этому поводу. У депутатов еще год назад возник вопрос об эффективности использования бюджетных средств на этот проект. IT-парк «Анкудиновка» был построен в рамках федеральной программы создания в России технопарков в сфере высоких технологий. Этим летом работа IT-парка была признана неэффективной. К такому выводу пришла рабочая группа комиссии по бюджету и налогам законодательного собрания. На строительство было потрачено почти 3 миллиарда рублей, но полностью объект не используется. С учетом того, что у нас сменился руководитель области, может быть, сменится подход в том числе и к оценке этого проекта, депутаты решили еще разочек повторно обратиться уже к новому руководителю области с тем, чтобы привлечь внимание к этому проекту, который, еще разочек обращу внимание, уже был оценен как неэффективный.